скидываю вам на почту первую часть задания, то есть первое письмо клиента. Вы должны его изучить, сделать запрос по этому письму. Полный алгоритм действий при доставке грузов должны выполнить выпускники, сдающие экзамен по компетенции экспедирования грузов. Работа выполняется на компьютере. В этом направлении применяются также международные стандарты. И на сегодняшний день те профессиональные модули, которые приходят по стандартам WorldSkills, в частности экспедирование грузов, они для нас новые, потому что в образовательной программе профессиональных модулей этого просто-напросто нет. А это уже мастерская, где сдают экзамены по компетенции сантехника и отопления. Данил, как и все сокурсники, время на самоизоляции посвятил подготовке к экзамену, читал книги и статьи. Теперь надеется, что экзамен сдаст успешно. У нас экзамен, получается, он делится на модули. Сначала мы делаем канализацию, потом следующий модуль мы уже прокладываем трубы, вот эти все днём их. Вот. И последний модуль у нас будет, это получается, хромированные детали. Демонстрационные экзамены в этом году сдают 38 студентов. Процесс проходит с соблюдением санитарных норм. Все действия снимает веб-камера. Это нужно, чтобы потом эксперты дали более точную оценку студентам. Наблюдает за экзаменами и потенциальный работодатель, а по совместительству председатель экзаменационной комиссии. Эти студенты, выпускаясь, могут работать и в проектных институтах, и жить уже не старым багажом, не старыми СНИПами и сводами правил, а на шаг вперед. А это благодаря тому, что в колледже создана хорошая материально-техническая база, которая позволяет подготовить специалистов высшего класса. Созданные условия здесь одни из лучших в республике. Именно поэтому 1 июня в Нижнекамск приедут студенты Казанского политехнического колледжа, чтобы сдать свои демонстрационные экзамены.